Ну что, догоним их? Да ебучая встречка! Давай быстрее, нам надо догнать. Они сразу с интервалом в 200 метров идут. Первым мы догоним, это, который сзади идет, мы догоним их, а вот второй придется попотеть, походу. Да ёбаный стал! Сука! Я их со встречкой путаю! А что значит красная линия? Типа бездорожье? А блин, ты чё шутишь? Я тут кроликов уже знаешь сколько передавил. Да я уже, блин, не серьезно, зайчиков 5 передавил. Сегодня. Я куда-то приехал. А? Да блин, мы уже от них серьезно отстали. Мы вообще должны были дальше ехать по дороге. Я больше 170 по этой дороге не еду. Все нормально. Не сегодня. Не сегодня. Что, догоним этих фигов? Фиг его знает. Да. Они прямо по курсу. Один через 600 метров. Давай, я чувствую, не догоним. У него, кажется, раллийная. У него раллийная. Мы не догоним его. Он в этих местах, не знаю, как по маслу. Догоним, давай, газуй, там они не так уж далеко. Ага, ты знаешь, что они у меня, я от них отстаю. Причем очень стремительно. Примерно 2 метра в секунду я от них отстаю. Ты чё там застыл? Так, ну одного я уже догоняю. Походу там что-то повмазался, либо еще что-то. Я его машины не вижу. Еду дальше. Оп! Я буду через радар. Блять, они серьезно, они походу на это, на раллийных. Блять, я походу в телефон летел, сука. А я остался на дороге. Ну и что, я того потерял. Пиздец. Нихуя себе, куда они уехали. Пиздец, они куда уебали. Нам их в жизни не догнать, не кролейки. Да ёб! Уже который раз, блин, слетаю. Привет.
Да, у них релики, походу. Ага. Да у тебя надо спросить. Ты сказал, давай догоняйте, блядь. Видите, у меня спросить надо. Ладно, давай обратно на автостраду. Обратно? Да. Вот за... Что это сейчас было? Ай, опа, наехал! Каньон, наебный каньон. Чтобы их догнать. Но мы поняли то, что... Мы, наверное, уже поняли то, что они нам не по зубам. Просто темнота, было бы светло, блядь. Блядь, ты на темноту не сваливай, у них ролины, мы их хуй догоним. Вы что, ролики здесь, блин, это, не знаю, самый оптимальный вид транспорта. А именно. Маршрут ставит, мы пойми как. Что тебе не нравится? Он в объезд поставил, можно было бы напрямую, а он мне круг дает, блядь. Ты куда хочешь поставить? Я поставлю так, все. Поехали. А, на метку? На метку, что ли? Ну, метку я вижу. А мне фары мешают. Было, не было бы фар, я бы вообще фунтал.